Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор. Мы продолжаем прохождение Far Cry 4, и у нас есть супер тачка. Ну, только она, по-моему, не моя, так-то. Колесо, запаска. Наверху. Спортивная вроде. Ну, даже тахометр стоит. Надо тоже будет на свою ласточку поставить. А то там, прикиньте, нет тахометра. Ну, вообще как-то, да. Красный лист собран. Ну, белую хрень мы собирать не будем. Так, а что у нас по заданию? По заданию у нас только Хёрк вроде, да? Но он находится в точке, которая нам неизвестна. Значит, какие делаем выводы? Правильно, нам надо захватить точку. Вышечку. Потом, может, еще какие-нибудь крепости захватим. Но это, может быть, потом. Так, поближе бы мне ТП-шнуться туда. Ближний, наверное. А где я сам-то? А, вон я. Знаете что, я бы вот, наверное, сюда бы. А оттуда можно, знаете, рвануть в этот, на вертолете. Ну, в самодельном вертолете, конечно же. А, ходит слух, что ЦРУ годами поставляет в Керат оружие, наверное. Чего они еще могут поставить? Ну, не девочек же. Новое разблокированное оружие. Так, а сколько у меня денег? Я нищий бомж. Так, давайте продадимся. Не-не-не-не-не-не-не. Комплект не будем. Телефонная карточка. Пульт телевизора. Шкура барса. Он мне вроде, кстати, больше не нужен, да? Ну ладно, давайте продадим. Шкуру медведя оставим. Хлорные таблетки для чистки. Нет, спасибо. Пикантная фотография. Флешка. 9000 почти за флешку. Офигеть. Но у них, может, это копейки, как в Беларуси там. Рукописи. Так, очки авиатора. Пузырек. Фигурка танцовщицы. Хотя зачем я ее продал? Можно было в этот ее использовать. Там машину поставить, она там танцевала бы. Ламбаду какой-нибудь. Так, пластиковый слон. Зеленый лист. Зеленый лист нам вроде нужен. Или там желтый нам надо. А, пофиг, давайте продадим. Опен. Пакетик. Интересно, с чем он? Использованная свечка. Давайте продадим ее. Кому мы, интересно, продаем использованную свечку? Я понимаю, там где-нибудь в апокалипсисе, там за каждый там фуфло там тебе заплатили, потому что такого фуфла уже просто не найдешь. Интернет лист. Ну, давайте оставим. Вот. Ну так, неплохо поднялись. Что? Я еще могу на 11 тысяч продаться. Круто. Так, а по оружию-то что у меня там? По оружию. Так, снайперка за 93 РПГ. Да, все правильно пока, все правильно. Песочный человек, перфоратор. Все. Я уже думал, кто-то бздул. Опять мучится где-то, ну ладно. Так, собственно, а мне надо. Вот сюда. Вот здесь вертушка спавнится. Здесь еще фиолетовый какой-то кустарник. Там бассать его, и будет янтарный. Жалко, здесь нельзя этого делать. Давай, расскажи мне, как космические корабли бродят в пространстве космоса. Или как там говорилось, не помню уже. Просторы. Нет. Блин, не помню. О, листочек. Где-то красненький. Вот эта вышка? Нет, это моя захваченная. 1 километр летит, ну шо вообще. Кто свернет? Кто засал, а? Засал, да, сразу в землю ушел. Видали, я летел вообще, он такой, сразу такой в землю. Тоже засал. Пропаганда. Пойдем. Переживем как-нибудь. А вот это что такое? А вон пушка. Вот это что такое? Давайте заглянем. Hello!
Тетеньки, дяденьки, что у вас тут? Тут может фабрика или свалка? Вот, кстати, ну, вражение. А вот тачка стоит. Не-не, ребят, работает. Работает. Вот здесь заезд какой-то на крышу. Здорово. Удобная штука вот эта. Вертушка. С вертушки тебя. Так. 200 метров. Интересно, я смогу на крышу летать? А, помните, мне он сползает с крыши. А план? То есть мне надо где-то на последний уровень запрыгнуть. А не на саму крышу. Но это будет сложновато, мне кажется. Сейчас попробуем. Главное, чтобы он именно сюда залез. О. Ай! Ай-яй-яй! Ай! У меня лоб снимет. Скорее всего, специально сделал через текстурку. Чего он упал? Вот это да! Вот это я считерил. Прям сел у это. Здорово. Я, конечно, читал, что вот это читерс, но залетел прям на вышку там и все прочее. Но у меня не получалось, а вот впервые получилось. Ну, действительно, скучно нужно залазить. У них, конечно, каждая вышка своеобразная, там, уникальная схема залазать. Вот, но все равно это как-то стрёмно. Бесплатно в магазинах. Да насрал я. Я теперь взлететь могу. Вау! Быстро сработано, четко, ровно. Пропаганда внизу, да насрать на нее, в принципе. Так. Хёрка у нас есть. Давайте сразу же вторую мушку колокольню. Сколько до нее? 705. Ну, полетели. Науки. Да, мне еще за это наук дали. О. Пардон. Так, прошу прощения. Умные гаджеты. Инъектор концентрации. Инъектор охотника. Под действием этого инъектора животные враги подсвечивают. Ну, в принципе, вот это можно качать. Но, блин, ну 30 секунд, это что-то мало. А что там открылся, кстати? Нет, науки. Инъектор охотника уровень 2. Завершить задание «Правда и справедливость». Дополнительный эффект. Теперь вы можете двигаться практически бесшумно. Животные не будут бежать от вас или нападать на вас, если вы сами их не спровоцируете. Вот это, в принципе, неплохо так. Ну, вколол, и как я сам охотник, но... Это, блин, не я охотник, а... Как вот здесь есть враги-охотники, то есть на них звери не нападают, они вообще ими управляют. Подлинный эффект. У Реджи и Йоги. Вы можете добавлять до 5 секунд ко времени действия эффекта инъектора. Текущее время действия 30 секунд. Уровень навыка. Не понял. Инъектор Рейнджер. Продленный эффект. Инъектор концентрации. Продленный эффект. Так, а отличная физподготовка. Задание ключ к сердцу. Добавляет еще одну ячейку здоровья. Теперь их 5. Добавляет еще одну ячейку здоровья, теперь их 6. Они маленькие, но по чуть-чуть там миссипусично, но их 6. Полевой хирург. Если у вас кончились некоторые здоровья, держите, чтобы восстановить 2 ячейки здоровья. Это неплохо. Некоторые здоровья там бла-бла-бла. А, по рукам. Теперь вы можете приобретать К в магазине. Разрывные стрелы, огненные стрелы и улучшенные для взрывчатки. Не понимаю, для чего это. И некоторые... Перед дозой под действием этого инъектора вы наносите двойной урон, однако получаете урон даже удваивается. Получаемый урон даже удваивается. Здесь 30 секунд. Типа вообще там. Наркоман. Улучшение кармы. Количество получения, ну это меня вообще не интересует. Меня больше по душе тигр. Ну слон так. Себя там поддерживает форму. И теперь мне нужен синий листочек. Так, синий и красный, да?
нет. Делать мы не будем, потому что, как вы помните, он сразу начинает делать инъектор. А в Far Cry 3 там было... Он делает инъекторы, и вы просто можете их использовать там, во время боя. Там, сколько количества сделали, это было на самом деле удобно. А не вот в разгар там тебе палец, это так... Так, как сделать инъектор? Начинаешь там листать вот это все, смотреть. Это ланпост, кстати, можно было бы захватить, но сначала вышечка. Сейчас так же делаем все. Садимся прям на крышу. Да. Золотой путь, говно. Вот это вот железный минус. Нет. Знаю, что мой священный долг служение Пейгану минус состоит в том, чтобы следовать приказам и охранять верную мне позицию. Или веренную. Но я был один. А проклятые повстанцы запустили в башню змей. Передо мной стоял выбор, нарушить долг или остаться в башне, полной ядовитых змей. Я выбрал первую. Если ты это читаешь, значит ты намного храбрее или глупее, чем я. Да простите мне, король, мою тупость. Я намного умнее тебя, потому что я вообще не касался этих змей. Я просто счетерил, я прям поднялся на крышу. Припарковался, конечно. Я хам и паркую здесь, на чём называется. Гхат Бутан. Расположение обнаружено. Склад Сани Према. Повстанцы какие-то. Руины Дзуте. Полетели обратно. Бесплатно в магазинах. Угу. Можно еще одну вышечку. Давайте вот эту базу, чтобы там чисто было. Тихо. Новые действия. Открытыми. Открытый артемир, да, ну? Полетели дальше. Да где тут это? Где пир? Вот. Не могу понять, где пир. Че, третья скорость? Ты вот так вот, на самом деле обострешься в такой штуке, блин. Ветер дует. В попу, в лицо. Куда угодно. Ща так нежно посалим. Тигрули. Отлично. Пейган вряд ли в восторге, что решился половину своей аудитории. Ты про чё? Видам. Так. Стоп, погоди. Красный листок соберу. Все, я иду. Ты где? Воу! Ты что, какой дерзкий? Это, походу, охотники. У меня с охотниками разговор короткий. Мне бы вас найти только. Видел? Готов? А кто еще готов? О, тигр. Тигр. Так, ты где охотник? Охотник. Ути-пуси. Бух. Событий корм, погони, догонить курьера и убить его. Чё? Да без проблем. Курьер! Фью! Так можно? Курьер! Не благодари. Все было круто. Так, кто-то пошел проверять. Нет. Да твою ж мать! Сука, ты курьер! Падла! Я хотел по стелсу.
Я тебя сейчас вызову. Мудак. Вроде он только один меня заметил. Да, он только один меня заметил. Никто меня толком-то не спаливал. Но это хорошо на самом деле. Ух, как камера долго крут. Медленно. Пока никого не видать. Я хотел бы вынести эту куколку сначала. Вот здесь прекрасная позиция. Ну, не сама прекрасная, но хоть кого-то видно. Так, у них есть миномет. Это херово. Достаточно ему знать мою позицию, а они начнут палить меня. Да, по-любому кто-то есть, а? Никто даже не запалил. Все, подкрепление не вызвал. В смысле осталось одно еще устройство? Я же уничтожил. Где-то оно здесь вот должно быть. Не вижу пока. Хотя по карте где-то... А, вот, вижу. А вот где его уничтожить, я не вижу. Реально не вижу. Наверное, с той стороны где-то. Реально, я не вижу на ней коробки. Да она бы все равно бы выпирала. А как ее уничтожить тогда? Итак, эти двое смотрят. Так, ну, если это убить, тут запалит. Придется вручную идти. Да, надеюсь, никого нет. Кажется, еще там кто есть. Не-не-не, ты ничего не видел. Можно, кстати, этого снять. Да твою мать! Мышка глюкнула. Я даже прицелиться не смог. Как-нибудь наколымлю. Покуплю мышку. В доме кто-то есть. Знаешь, что-то упало. Иди проверь. Вижу труп. Где ты его видишь? Кстати, труп уже можно убирать. А, это не он кричал, что ли? Убийца! Эй, кто подстрелит тому пиво? Да где он? А, ну, труп, да, тут мог видеть. Ну да, логично. Он пока на свободе, кстати. Можно их с миномета. Ты где сидишь? Круг! Не понял. Не понял. Ой, ребят. Ну что за херня? А, вот она. Все, убегаем. Мне интересно, а как они вообще спалили меня? Я же ничего не сделал. Ну, не спалился. Никакой пощады! Никакой. Мне не жить, может тебе не жить. Пожар! Бежим! Пожар! Стой, не надо! Не надо.
Они как-то здесь труп, здесь убийц, что-то стоят, ну как-то пофигу. А потом резко начали и побежали в мою сторону. Что за фигня была? Ну вот, недочет. Серьезно. На своем состелсе. Поди с ним, мы быстрее бегать и плавать и дышать дышки под водой. Да нет, пока, обойдусь. Ну все, в принципе, захватили, можно идти к Хёрку. Хёрк. А, нет, сначала надо закупиться. Это теперь моя хатка. Хватка, хатка. Пополним. 39 тысяч, офигеть. Ну, так, вот это возьми, вот это возьми, вот это возьми. Презерватив купи, не знаю для чего, бенгальские огни. Так, янтарный лист оставь. А потом еще шкуру будет продать лишнее. Еще 4, чтобы получить награду. То есть пропаганду мне надо еще. Так, теперь Хёрк, займемся тобой. 100 метров. Да, ну на. Я на Машу не поеду, что думаешь? Пешком что ли поеду, обойдешься. В манном доме шифон, можно получить задание недели мода Кирату. Не, обойдусь, спасибо. Такие музыки играют вообще. Песенки. Че, хуже, чтобы я пешком тут прошел? Да обойдешься, я на машине поеду. Я лентяй. О, желтенький листочек мне он как раз нужен. Раньше этой херней не занимался. Ну, цветки не собирал. И их так никогда не делал. Но были пару раз моменты такие. Здравствуйте. Шашлычки пожарим сейчас, да? Итак, это Аджай? Нет! Хёрк, это я, чего тебе? Я пошел за другой статуей, и меня едва не поймали. Ну, то есть как? Меня таки поймали. Вытащи меня отсюда, чувак, я в плену. А как ты вышел на связь? Ванга второй. Да, я снабдил его радио. Радио обезьяна, оставайтесь с нами. Слезно просим. Отбой засекли. Ну ладно, хоть он сам пошел за второй, а не меня отправил. Как этот придурок, блин, за алмазами все время меня отправляет своими. Найдите Хёрка. Так еще, конечно, говно. А, слушайте, мы же когда попали там этот, нам нужна была помощь, мы попросили его, он говорит, говорит, я тебе это типа не обещал тебе помогать. А какого хера я должен идти и спасать его толстую задницу из плена, а? Я также могу сказать, как он мне там ответил тогда, чувак, я там типа не нанимался тебе в помощь. А я его должен спасать. Ну, он пипит вообще. Лучший раз, это Раби Рейрана. Раби Рейрана, здорово. Иди на. Хер. Зачем мне объезжать, когда я могу здесь проехать? А мне показывают, объехать надо, иди туда. Я его так вот объеду. А интересно, есть тут... система, вот даже в GTA-шке такая есть, то есть, когда ты встаешь на горку, потом нажимаешь не полностью газ, а чуть-чуть газ нажимаешь, и потом на тормоз, ну, то есть, как бы нажимаешь чуть-чуть газ, ты чуть-чуть трогаешься, потом, когда отпускаешь, вот, и нажимаешь тормозить, она как бы скатывается, и я уже потом пробовал ее в натяг просто брать. То есть, как только я отпускаю тормоз, и она сразу же скатывается. А обычно, когда ты встаешь, она стоит, даже ничего ты не держишь. А если, говорю, чуть-чуть нажать на газ, вот, чуть проехать и встать, то есть она уже будет скатываться. То есть стоять не будет, ее надо вручную держать. Интересно, здесь есть такая система? Вот я чуть даю. Не. Она сама стоит. Отстой. А там вот даже вот такие мелочи, да продуманы. То есть я в школе такие эти делал, там на горке заезжал там и трогался с горки. И прикиньте, это даже можно в GTA делать, заехать также на горку и такие же маневры делать.
это здорово. Там вот с мелочами вообще проработано в этой GTA 5. Ёлы-палы. И его какие-то два мудака поймали, держат в клетке всех на виду, и он еще мне позвонил. Где логика вообще? Ничего получше-то не могли придумать? Это так, я бы сказал, но слишком слово матерное такое. На отвали, более культурно сказать. Мы сделали, вроде он как в плену, но вроде как и нет. И... Ну вот, я миссия, и все, и отстанет нас. Я пока здесь этот куча жуков таки ползает. Ну тут не два человечка-то. Так, охотник что-то там делает. Так, нет. Погодите, надо лучше осмотреться. А где тут охотник был? О. Давайте за ним проследим. Или он за них, что ли? Ну, возможно, кто-то просто переманил его к себе. Вот давайте проверим заодно. Кстати, охотник был... Да блин, мышка. Давайте заодно проверим. Никто не запалил. Я боюсь, того убью, и сейчас меня вот этот запалит, который внизу. Что? Да... Я даже... Спасибо, мышка. Охренеть просто, а? Что за китайские мышки делают, а? Там, кстати, Соника я слышу. Да ты у нас смельчак. Все меня спалили же, конечно же. Но я хотел на него спрыгнуть. Ни хрена себе, я вообще ничего не нажал, он сам выстрелил. Серьезно. У меня вопрос, почему он на него не прыгнул? Я же прям на него прыгнул. Ты куда запрыгнул? Сюда иди, я с тобой еще не закончил. Что игра? Ох уж эта мышка, блин, она меня действительно бесит. Вот уже невозможно играть во что-либо. Даже в Дейс, когда мы играли, мы такие этот в город пришли. Ты чё, охренел что ли? В город такие пришли. Там народ был там 40-40, что ли, человек на серве. Такие, давайте тихо. А я снайпер, и говорит, давай там посмотри, это нет ли никого. Угу. Так, мышку делаю. Отпускай, он как выстрелит на весь город. Подожди. Поздно. А мои этот друзья, мы там втроем играли. Говорит, кто стрелял? Кто стрелял? А, нас засекли там. Я говорю, да успокойтесь, я. И, короче, так раза три выстрелил, а потом вообще бензоправку расстреляли. И, в общем, там, если кто и был в городе, то вообще, наверное, перестрался. Вот, так что надо менять эту мышку. Совсем не годится. Эй, ты! Хёрк! Жопа сраная. Жопа с ручкой. Где тебя освободить-то? Сейчас с тобой даже поговорить надо. Может, как-то сверху? Блин, у тебя здесь дырка есть, и ты через нее выбраться не можешь, или? Мудак! Ты мне теперь тату, братан. Знаешь, мне жаль обезьянок, но эти тупицы и другим зверюшкам вредят. Ты хочешь спасти всех животных? Нет, только слона. Он заметный. Ну, к тому же, один спасенный слон защитит. Особый заказ. Мои верные охотники, не знаю уж почему, но местные жители просто без ума от медоедов. И этих мелких тварей терпеть не могу, но желание клиентов закон. Насколько я знаю, ваш лагерь для этого подойдет лучше всего, так что доставьте в Шанат достаточное количество взрослых самцов-медоедов. Ваши услуги, как и всегда, будут щедро оплачены. Нур. ...за многих мелких тварей. Ну, например, за 500 обезьян. Ты всех убьешь, а я освобожу слона. Чё? Мы идем с севера. Чё он сказал? Я прослушал. В смысле тысяча обезьян? Ты чё? Не надо мне никаких обезьян.
Иди ты на хер. Негатив. А, кстати, у меня там эти помощнички есть. Жалко, мост не взорвал. Чё ты тут? Разъездились, да? Воу! Можно на 360 градусов крутить. Это здорово. Чё ты там стреляешь? Вот я сейчас постреляю по тебе. Ну, я, кажется, понял, про какие обезьяны он говорил. Это все что ли? Фу, я думал, что-то пострашнее бы. Мудак. Мы с тобой залезаем на Джамбо второго и сваливаем отсюда, размахивая пушками. Точно, Джамбо. Джамбо второго? Нет, про Джамбо первого мы говорить не будем. Надеюсь, он сейчас в лучшем цирке. Что? Давай, я веду, ты палишь. Тату, братаны, навсегда порвем. Кой я веду, ты палит? Ты сначала слона-то достань. Будь другом, помоги, а? А? Ну ты толстяк. Вот. Ты чё там за звук-то? Знаешь что, хватит с меня. А он его обнял ещё, что? Всё норм. Убери бороду с моей шеи. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца. А ты так из-за одного члена разорался. Твой член меня не волнует. А вот борода колется, не тычи в меня. Извини, чувак, а с членом тебе нормально, да? Его убери. Не вопрос. Вот это реально забавно, чувак. Я думал, ты поведешь. Планы изменились. Ты ведешь, ты палишь, а я тебя вдохновляю. Сзади, кстати говоря, тоже ничего. Есть свой кайф. Слышь, пили. Это не то сейчас сказал. Извини, если что. Ну это да. Хуйню сморозит. Братан. Круто сработал. Пушечное мясо впереди! Погоди, не вовремя перезаряд. А нет! Нет! Только слон, да, не убейте. О! Без патронов нет веселья! Согласен. Кто там быкует? Та-ра-та-та-та-та-та! Хёрк, куда мы едем? Вперед, наверное. Наверное? Логично. Чувак, это гипотеза. Ты физику в школе учил? Нет. Беги, беги. Нихера надо. Кто там будет? Бешеный слон! Бешеный слон. Подлетел. Повидали, да? Подвинься. Да, слоны это вообще вещь. Так подлетает это вообще. Не понял. А нам туда что? Ну ладно. Дерево туда что? Какая разница, где я пойду? Что там, что здесь? Ну ладно. Мы хотели просто на маршрут. Верно. Ладно. И у меня так же мнение про тебя. Никак у тебя пощады. Кто там быкует, а? Сейчас, пока перезаряжаюсь, я могу слона валить. Да-да-да, повезло. Так, мне сюда, да? Да вот, держи патроны, чувак! О, спасибо. Реально, сука, вещи. Так, убери член там сзади меня. О, враги, отлично. Кстати, я хотел... Враган так радуется. Хотел проверить, здесь тень вот сейчас была. Слона. Кстати, вот видите слона? Мои тени. У них эти свистящие штуки. Это минометы, кто? Блин.
Я хотел тень проверить. Ну ладно. Да я с ним пень нету. И по-любому Хёрк сзади там у меня этот. Не сидит. Ой, блин, слона зачем? Так, убийство слона. Где тень можно проверить, а? Ладно. Кстати, реально он потом дал. Наверх, в гору! Статуя где-то там, в пещере! Камера, статуя. Чем миномет? О, жирненького. Сейчас. Улетел ты как. Вы зря, ребят. Явно позвоночник себе переломал. Кто там смелый? -то? Да, хороший поезд. Тебе знать, ты что, врач? Ты эксперт по вопросам выживания после падения со слона прямо на задницу? Да хрен там! А так, надо пройтись. Черт, как же мне плохо-то. Фух, так, ну, вроде получше. Может, ты и прав, может, и выживу еще. Да, вроде я живой. Все типа в порядке. Извини, был напуган. Ай, вообще веселый персонаж. Круче всяких лонгинов. Я за статуей, а тебе со всем этим дерьмом разбираться. Не понял. Последний бой, убейте всех. Кто там? Бух. Воу! Воу! Видали? Носорог пускай разбирается со всеми. Круто! Бух! Он, надеюсь, меня не лупит? Надеюсь, ты нет. Носорог мне в помощь. Так, ты им займешься, да, носорог? А я вот этим. Да, он там занимается. Нет. Да чё стрелять? Бесполезно стрелять. Убийство слонам. Носорог. Еще не все. А эти вообще уехали. Да ну нахер такие. Может, иначе не взрывается. А вот это ты видел? На слоне прям. Говорите с Хёрком. Прости, Джамбо. Два. Нади Киры. Эй, соусом не хочешь приправить? У нас тут охрененная банья старого доброго соуса. Ты с обезьянами разобрался? Ну, ты знаешь, со слонами у меня все ништяк, но вот обезьяны, похоже, им нужно чутка больше внимания. Обезьяны, они прям умные. Ну, никто же не снимает планету слонов, или Джамба Конга, или там царя слонов. Все сплошь про обезьян. В общем, как найдется последняя статуя, тут я им и устрою. Тату, братья, два, возвращение Хёрка. Окей? Да. Я знал, что ты со мной. Вместе навсегда. Родственные души, да? Нет, спасибо. Родственничка, такого не надо. Слоник! Погоди, растения соберу. Зов природы. Нет!
Я не это хотел сделать. Вот это. Соник, у тебя попа дымит. Ух, дали ему, да, просраться. Где вы еще такое видели, что прям на слоне -то? Интересно, так можно сделать? Ну прыгни туда. Ребят, зацени, фоткай, фоткай. Селфи, селфи. О, я хочу просто на слоне прыгнуть. Интересно, что будет? Ну я просто не мог этого не сделать. Жалко, жалко. Слушай, Хёрк, у меня проблема. Джамбо 2, кажется, тоже в цирк уехал. События кармы заложенных. Да легко. Если мышка хорошая. Конечно, не подведет. Подвела. Но вовремя исправилась. Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы. Угу. А, я ж собрал. Надеюсь, вам понравилось это приключение. Забавно получилось. И что-то я не понял. Что, все что ли? А где еще миссии? Как-то странно вообще было. Непонятно. Обычно там, ну, всегда там миссии какие-то есть, а тут... Какие миссии выполнять? Хотя у меня есть одно предположение. О, блин, я нищий бомж. Ложка с вилкой, я думаю, прокладки. Я даже броник не могу купить. Слышал, ты тут с охотником? Да, это уже баян. Слышал. Я уже давно с ним. Так, что-то было. Мой молитвенный дом. Даже их я приведу на святую гору мою. А, опять Лонгин. Иди нахер. Науки. Цель на мушке. Теперь можно перезарядить из снайперской винтовки во время использования правой кнопки. Хм, она у меня совсем шальная. Движущаяся мишень. Позволяет целиться и стрелять из пистолета во время перемещения тела. Так, внезапный снайпер. Точно стремлена в скидку без использования. Увеличенный для... Ну, в принципе, неплохо, неплохо. А охотник что дает? Прицеливание из лука с помощью станет значительно проще. Контрольное дыхание значительно увеличивает время нахождения под водой, используя кислородные маски и упрощение прицеливания с помощью оптического прицела. Двигая горы. Теперь тела огнеметчиков, стариков, тяжелого вооружения можно перемещать. Опытный водитель. Транспорт можно выдержать больше урона, прежде чем понадобится ремонт. В принципе, тоже неплохо. И двигаю город, конечно. Так, ну что касается у нас по миссиям-то, я не понял. Я в упор не вижу какие-либо буквы. Задание. Прокрась. Задание компании. 12 из 32. Охренеть просто. А он постов захвачен. 8.24. Чё за пистолеты? И солнце какое. Укрепление. Уровень кармы. Оружие. Навыки. 24 из 48. Еще 24 надо. Так, изготовление. 14 из 39. Транспортных использован. 13 из 18. Почти все. Задача действия. Око за око. Спасение заложников, киностудия Кирата, агит-плакаты, дневник Махана Гейла, Лонгин, 2 из 4 выполнено, Шангрила, Йоги и Рейджи, а где Хёрк?
Еще 20 миссий, охренеть. Да только прикол в том, что их на карте нету. Этих миссий. Есть у меня, конечно, пара вариантов. Это то, что надо открыть всю зону. Вот. И тогда, может быть, что-то откроется. Второй вариант — это захватить крепость Пейгана. Очень сложный. Хотя я не думаю, что я вообще осилю это. Но даже если я осилю и захвачу, что будет, интересно? Конец игры? Или еще третий есть вариантик. Это то, что когда я докачаюсь до следующего уровня, у меня как бы откроется миссия. Я не знаю, надо будет посмотреть в интернете. Хотя нет, вижу одну миссию. Бхадра, выполнить задание компании для Бхадра. Наград большое количество очков опыта. Ну, этим мы уже займем в следующей части. С вами был Реактор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был Аджа Угей и вот эта симпатичная девушка, которая поет вроде. Или что-то разбрасывает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. До скорой встречи. Пока.